Добрый день. Сегодня мы будем с вами разговаривать на тему пневмонии. И в частности, конечно же, для врача-анестезиолога-реаниматолога интерес представляет именно двусторонняя тотальная пневмония. Начиная лекцию, традиционно мы должны сказать о том, что для того, чтобы понять любую проблему, мы должны с вами понимать, какие составляющие этого нозологии есть и какие проблемы стоят перед анестезиологом-реаниматологом, когда мы имеем такую очень непростую и грозное заболевание, как двусторонняя тотальная пневмония. Мы должны сказать о том, что газы крови или дыхательные газы, которые есть в организме, наиболее главные – это кислород и углекислый газ. И, соответственно, в организме имеется два состояния, которые связаны с уменьшением и с увеличением этих дыхательных газов. И для врача, анестезиолога, реаниматолога, конечно же, больше интерес представляют именно эти два дыхательных газа, потому что при оценке тяжести состояния и шкалах, которые нам дают представление о тяжести состояния больного, о дальнейшем динамическом каких-то изменениях у больного. То есть эти два дыхательных газа, в частности кислород и углекислый газ, они необходимы, и мы их должны понимать и помнить о том, что у нас в организме есть два состояния. И если мы говорим об изменении кислорода, изменении потенциального напряжения кислорода, то мы должны помнить о том, что у нас есть два состояния – это гипоксия и гипероксия. Скажем о том, что в организме имеются эти два состояния, и на кафедре у нас принято говорить о том, что в организме есть такое понятие, как или состояние, как дизоксия. То есть в одном и том же, скажем, органе имеется два состояния, как гипоксии, так и гипероксии. Так вот, если мы говорим о гипоксии, это достаточно избитый термин, и мы знаем о том, что у нас существует 6 типов гипоксии, и для врача-анестезиолога-реаниматолога это достаточно частая ситуация, с которой нам приходится сталкиваться. И вот, скажем, гипоксии, все-таки организм привычнее к гипоксии, учитывая то, что плод растет и развивается в утробе при парциальном напряжении кислорода не более 10-15 мм ртутного столба. Если мы говорим о гипероксии, то это состояние тоже не чуждо нашему организму, потому что работающие ткани, учитывая, скажем так, феномен рабочей гиперемии, в клетках и ткани, где осуществляется функция, осуществляется работа, там происходит увеличение концентрации или увеличение концентрации кислорода, и, соответственно, это состояние называется гипероксия. И гипероксия для врача-анестезиолога-реаниматолога встречается чаще при респираторной поддержке. Респираторная поддержка, она может быть в качестве неинвазивной вентиляции легких, инвазивной вентиляции легких, но, тем не менее, два состояния гипоксии и гипероксия, они тесно связаны с таким понятием, как метаболизм. Возможно, вам более привычен термин «обмен веществ», но метаболизм – это более широкое понятие, то есть он включает в себя не только транспорт нутритивных компонентов, но и включает в себя и цикл Крепса, и энергию, и расщепление метаболических субстратов. То есть и для оценки метаболизма, для оценки достаточного, скажем так, нутритивной поддержки, нам необходимо оценивать количество калорий, которые необходимы больному, и достаточно ли для его состояния мы осуществили нутритивную поддержку. И для того, чтобы нам определить, достаточно она или нет, проводят такую пробу, как непрямую калориметрию. И вот для определения непрямой калориметрии мы должны учитывать потребление кислорода, доставку кислорода, рассчитывать сердечный индекс. И на основании этих показателей мы считаем, достаточное количество энергии или нет. Соответственно, при изменении
при изучении углекислого газа мы должны сказать о том, что у нас тоже есть два состояния в организме. Это состояние, которое характеризуется уменьшением парциального напряжения углекислого газа и увеличением парциального напряжения углекислого газа. То есть эти два состояния гипокапнии и гиперкапнии также учитывают и очень важно играют роль в метаболизме. Потому что в конечном итоге для практически всех метаболических субстратов конечным продуктом или продуктом распада является углекислый газ. И, соответственно, если респираторная система, если легкие, если не дыхательные функции легких существуют и работают нормально, и газообмен в целом он осуществляется нормально, соответственно, идет нормальный метаболизм. И, соответственно, когда мы назначаем нутритивную поддержку у больного с дыхательной недостаточностью, мы должны помнить о том, что при назначении жировой эмульсии, знаем о том, что продуктом, конечным продуктом распада жиров является углекислый газ, мы должны с вами подумать о том, сможем мы его метаболизировать и, соответственно, не будет ли нарастать гиперкапния. Если мы скажем о важности дыхательного газа, такого как углекислый газ, он, конечно же, является наряду с другими константами очень важным составляющим элементом. Мы помним о том, что для реаниматолога очень важно оценивать артериовенозную разницу по кислороду и по углекислому газу. Соответственно, на основании расчета артериовенозной разницы мы можем оценить в целом газообмен и оценить динамику состояния, адекватность респираторной поддержки. Но речь сейчас о том, что артериовенозная разница по кислороду, она достаточно динамична и представляет собой от 40 до 50 мм ртутного столба. Если мы говорим о артериовенозной разнице по углекислому газу, то она не составляет не более 5-7 мм ртутного столба. Соответственно, углекислый газ, он оказывает множество влияний на организм, и в частности на дыхательный центр, на функцию головного мозга, на структуры сосудов. То есть здесь функций углекислого газа очень много. И поэтому наряду с pH крови, наряду с кислородной емкостью крови, наряду с молярностью, углекислый газ тоже является константой. И когда мы проводим интенсивную терапию больного, соответственно, прежде чем начинать респираторную поддержку, мы должны оценить артериовенозную разницу по кислороду, по углекислому газу. Далее мы проводим респираторную поддержку, и в зависимости от изменения этих показателей, от изменения состояния больного, других измерений, других показателей, мы решаем вопрос об эффективности респираторной поддержки. Также следует напомнить о том, что сопряженная система дыхания или система респираторной является кровообращение. И когда мы проводим интенсивную терапию нарушений газообмена, мы должны помнить о том, что кровообращение необходимо тоже поддерживать. И очень, скажем, ярким примером является нарушение, жизнеугрожающее нарушение ритма, инфаркт миокарда, острый коронарный синдром, который, конечно, не сказать, чтобы легче, но гораздо лучше больные переносят интенсивную терапию, и те изменения, которые связаны с дисфункцией системы кровообращения в условиях респираторной поддержки. Так вот, Ипполит Васильевич Давыдовский, он говорил о том, что функция без структуры немыслима, а структура без функции бессмысленна. Он был ведущим патологоанатомом, и, конечно, его представление о функции и структуре, он видел только структуру. А функции он проводил обходы в клинике, в отделении реанимации, в отделении интенсивной терапии и показывал и рассказывал о том, какие изменения структуры происходят при той или иной респираторной поддержке, при интенсивной терапии, то есть на что врачу необходимо было обратить внимание. Так вот, перефразируя данный тезис,
мы можем сказать о том, что кровообращение без газообмена немыслимо, а газообмен без кровообращения бессмыслен. Этот тезис, он очень важен для анестезиолога-реаниматолога. Газообмен необходим при нарушении газообмена в легких или в целом нарушении газообмена. Помните, пожалуйста, о том, что необходима поддержка системы кровообращения. По актуальности пневмонии мы должны сказать о том, что двусторонняя тотальная пневмония – это часто встречающиеся инфекционные патологии легких. Второй пункт значимости. Заболеваемость пневмонии в Европе, она колеблется. В России имеется по статистике 3,9 случая на 1000 человек в год среди лиц старше 18 лет. Мы говорим о том, что статистику по Российской Федерации достаточно трудно собрать, учитывая, если мы говорим о сезонах, о тех, скажем так, времени, о том времени года, когда у больных очень часто возникает внебольничное пневмонии, то здесь статистика может быть несколько другая. Третий пункт – заболеваемость пневмонии значительно выше у больных старше 70 лет и встречается до 44 случаев на 1000 человек в год. Также мы должны сказать о сезоне, о времени года, о циркуляции вируса, о циркуляции вирулентного штамма. То есть здесь эти больные, они, конечно, для анестезиолога-реаниматолога представляют особый интерес в плане наличия у них сопутствующей патологии. И учитывая то, что анестезиолог-реаниматолог является лечащим врачом, и анестезиолог-реаниматолог – это суперкардиолог, суперпульмонолог, суперэндокринолог, и ориентироваться и знать все проблемы сопутствующей патологии, как протекает то или иное состояние при обеспечении, при проведении интенсивной терапии в условиях респираторной поддержки, конечно же, лучше всех специалистов методами владеет, конечно же, врач-анестезиолог-реаниматолог. Четвертый пункт. Несмотря на развитие интенсивного лечения пневмонии, не удается изменить высокие показатели заболеваемости и летальности больных. Эта проблема, она актуальная. В настоящее время она также сохранила свое значение. Но высокие показатели заболеваемости характеризуются тоже сезоном, то есть в зависимости от времени года, в зависимости от сопутствующей патологии, от циркуляции вируса, так как мы говорим о том, что вирусные пневмонии, они первичные, и в зависимости от свойств вируса, который поражает эндотелий легочных капилляров, в зависимости от других вирусов, которые оказывают свое влияние на трахеобронхиального дерева, то есть мы должны сказать о том, что показатели заболеваемости остаются высокие. Летальность больных в основном характеризуется в группах, имеющих тяжелую сопутствующую патологию. Но, тем не менее, в настоящее время и благодаря Российскому респираторному обществу, и благодаря Федерации анестезиологов-реаниматологов, и Ассоциации анестезиологов-реаниматологов проводятся многоцентровые исследования, пишутся клинические рекомендации по ведению больных с небольничной пневмонией, с острым респираторным дистресс-синдромом. И благодаря тому, что осуществляется школа Федерации анестезиологов-реаниматологов и школа Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, где рассматриваются проблемы диагностики, проблемы интенсивной терапии и, главное, это проблемы респираторной поддержки у больных с пневмонией, с острым респираторным дистресс-синдромом. Пятый пункт по актуальности. Летальность больных от пневмонии в отделении реанимации интенсивной терапии достигает достаточно большого процента, до 31%. За последние 30 лет она увеличилась до 9% случаев. Скажем, в основном причина такого увеличения, она связана с тем, что анестезиология, реаниматология, она не стоит на месте. У нас есть методы анестезиологической поддержки.
И благодаря тому, что пишутся клинические рекомендации, и в этих клинических рекомендациях указано, как вести больных с тяжелой сопутствующей патологией, и гериатрическая помощь. То есть это говорит о том, что сейчас очень много больных достаточно пожилого возраста, то есть гериатрические пациенты, и оказывая им анестезиологическое пособие, и находясь в отделении реанимации интенсивной терапии, все-таки сопутствующие патологии, несмотря на ремиссию, с которой они поступали, все-таки очень часто она осложняет течение основного заболевания и дает такой большой процент летальности. Шестой пункт. Наряду с нарушением газообменной функции легких, дисфункция центральной гемодинамики является постоянным признаком тотальной пневмонии. Мы уже сказали о том, что кровообращение без газообмена немыслимо, а газообмен без кровообращения бессмыслен. Так вот, дисфункция системы газообмена часто сопровождается дисфункцией центральной гемодинамики. Учитывая легочную гипертензию, учитывая рефлекторное влияние на организм, на гипоксию, на гиперкапнию, соответственно, идут изменения, и нарушение центральной гемодинамики также является достаточно большой проблемой для анестезиологов-реаниматологов при проведении интенсивной терапии пневмонии. Седьмой пункт. Дисфункции центральной гемодинамики является ведущей причиной смерти больных. Да, это достаточно серьезная проблема, учитывая то, что тяжелая внебольничная пневмония, она приравнивается к септическому состоянию, которое характеризуется развитием системы множественных острых дисфункций, в частности, с дисфункцией системы кровообращения в виде развития септического шока. Конечно же, это ведущая причина смерти больных, несмотря на существующие сейчас методы замещения газообмена, в частности, это экстракорпоральные методы оксигенации и элиминации углекислого газа. Тем не менее, дисфункция центральной гемодинамики, она является ведущей причиной смерти больных при пневмонии. Говоря о законодательных нормативно-правовых документах, мы должны сказать о том, что у нас существует несколько таких положений. И учитывая те основные документы, на которые мы ориентируемся, это, конечно же, приказ и стандарт. Первый – это приказ Министерства здравоохранения, приказ об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю пульмонологии. Больные с пневмонией, как правило, поступают в отделение пульмонологии, и врач-пульмонолог, он осуществляет осмотр больного в приемном отделении, он оценивает тяжесть состояния больного и решает вопрос о госпитализации больного либо в профильное отделение, отделение пульмонологии, либо в отделение анестезиологии и реанимации. Конечно же, если больной крайне тяжелый, если у больного идет нарушение сознания, если тяжелая дыхательная недостаточность, здесь уже без сомнений больной направляется в отделение реанимации интенсивной терапии. Конечно же, к данному больному на консультацию вызывается врач-анестезиолог-реаниматолог и уже вместе с врачом-пульмонологом осуществляет осмотр больного, всю интенсивную терапию, респираторную поддержку, конечно же, осуществляет врач-анестезиолог-реаниматолог. Второй приказ – это профессиональный стандарт врача-анестезиолога-реаниматолога. Мы говорили о том, что врач-анестезиолог-реаниматолог, он должен ориентироваться, учитывая свой профессиональный стандарт и в пульмонологии, в кардиологии, и в эндокринологии, и в нефрологии, и во всех практически областях. И для чего нам это надо? Потому что больной в отделении реанимации интенсивной терапии, он поликазуальный. То есть нет одной причины ухудшения состояния больного. И если это не моноспецифическое заболевание, то, как правило, больной у нас поликаузальный. И критическое состояние бывает обусловлено несколькими изменениями, то есть декомпенсацией нескольких важных функциональных систем организма. И врач-анестезиолог-реаниматолог по своему профессиональному стандарту он должен осуществлять и физикальный осмотр, но это владеют врачи всех специальностей. В частности, он должен владеть
методами оценки показателей, основных показателей, лабораторных показателей, методами и респираторной поддержки, и проводить ультразвуковые навигации для обеспечения венозного доступа. То есть очень много всех манипуляций, которые врач-анестезиолог-реаниматолог проводит, учитывая свой профессиональный стандарт и учитывая специфику своей работы. И в частности, при патологии или при дисфункции системы кровообращения врач-анестезиолог-реаниматолог, конечно же, оценивает электрокардиограмму и должен читать УЗИ сердца, оценивать правильность его проведения, правильность тех показателей, которые он видит, с оценкой клинической картины. Третий приказ, важный приказ, это приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю анестезиологии и реаниматологии. Это наш приказ, по которому работает врач-анестезиолог-реаниматолог, и, собственно, эти стандарты мы должны выполнять. Говоря о оказании скорой медицинской помощи при острой респираторной недостаточности, также существует приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации. Врач скорой медицинской помощи, он сталкивается с больным, с имеющим дыхательную недостаточность. Соответственно, от правильности его действий будет зависеть дальнейшее состояние больного и в каком состоянии он должен провести инвазивную, неинвазивную респираторную поддержку, помнить о тех обязанностях, которые он должен выполнить при восстановлении проходимости дыхательных путей. То есть все методы респираторной поддержки врач скорой медицинской помощи также должен знать, понимать и владеть этими методиками. Пятый приказ – это приказ об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пневмонии тяжелой степени тяжести с осложнениями. Этот приказ, он также работает в отделении пульмонологии и в отделении анестезиологии и реаниматологии. То есть здесь, в этом приказе, расписаны основные положения о осмотре больного, о тех действиях, которые должен выполнять врач-пульмонолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, и расписан спектр препаратов, которые необходимо применять при лечении данного жизнеугрожающего состояния. Шестой пункт – это клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике тяжелой внебольничной пневмонии у взрослых. Здесь имеется два варианта – это от 2014 года и от 2018 года. Клинические рекомендации в шестом пункте, они написаны респираторным обществом. В седьмом пункте клинической рекомендации они утверждены Министерством здравоохранения Российской Федерации. Клинические рекомендации, они обновляются и пересматриваются каждые 3 года. Соответственно, следующий пересмотр будет в 2021 году. Если мы говорим о разнице, какие же имеются дополнения или изменения в от 14 лет 18 года, мы скажем о том, что в 18 году добавили такое определение, как тяжелая внебольничная пневмония. По сути, диагностика, по сути, клиническая картина, она не изменилась. Не изменилась и антибактериальная терапия. Возможно, какие-то изменения есть, в частности, назначение глюкокортикостероидов при тяжелом течении пневмонии. В частности, обсуждается вопрос о таком грозном осложнении пневмонии, как острый респираторный дистресс-синдром, о необходимости сурфактантной терапии. То есть эти все вопросы разбираются в клинических рекомендациях, и они основаны на доказательной медицине, и в зависимости от уровня доказательности мы имеем тот или иной спектр знаний, умений и применяем в клинической практике. Восьмой пункт. Здесь указаны клинические рекомендации, это диагностика интенсивной терапии гриппа H1N1 в пандемии 2009 года осложненного течения. Эти клинические рекомендации разработаны Федерацией анестезиологов-реаниматологов в 2017 году. Они пересмотрены. Конечно же, пандемия была в 2009-2010 году, и на основании опыта клинических рекомендаций поведения больных именно с гриппом H1N1
и существующая на данное время пандемия новой коронавирусной инфекции, которая характеризуется тяжелыми пневмониями, тяжелыми двусторонними, тотальными пневмониями, часто осложнением респираторным дистресс-синдромом, септическим шоком, сепсисом. То есть это достаточно на настоящее время значимая проблема, и благодаря тому, что осуществляется школа Федерации анестезиологов и реаниматологов, конечно же, практикующие врачи, анестезиологи, реаниматологи, которые лечат больных с пневмонией, для них это хорошее подспорье и дает понимание в плане правильности проведения лечения больных с данной патологией. Первое определение – это пневмония, что это группа различных по этиологии, патогенезу, морфологической характеристике острых инфекционных, преимущественно бактериальных заболеваний, характеризующихся очаговым поражением респираторных отделов легких с обязательным наличием внутриальвеолярной эксудации. Это определение, оно существует в клинических рекомендациях от 2014 и от 2018 года. А это определение, оно написано академиком Александром Григорьевичем Чучалиным. И соавторами это его команда, которая занимается проблемами пневмонии, проблемами респираторной поддержки, проблемами антибактериальной терапии. Но это терапевты. И какие-то моменты в настоящее время необходимо вести вместе с анестезиологами и реаниматологами. Собираются большие конференции с участием и терапевтов, и пульмонологов, и кардиологов, и анестезиологов и реаниматологов. И еще раз повторяю о том, что сейчас Школа Федерации анестезиологов и реаниматологов, они собирают достаточно большую группу врачей и идут настоящей пандемии в ситуации задействованы не только анестезиологи и реаниматологи, но и врачи других специальностей. И, конечно же, эти школы, они помогают понять тяж состояние больных, оценить его, оценить клиническую картину и вовремя оказать помощь, интенсивную терапию. Так что в этом определении мы должны отметить, что это группа различных по этиологии. Конечно же, пневмонии могут быть вирусные, они могут быть вирусно-бактериальные и сочетанные или смешанные этиологии, то есть микст инфекции. По морфологической характеристике преимущественно бактериальные. Первичные вирусные пневмонии, они протекают достаточно тяжело в зависимости от тропности вируса к элементам респираторного тракта организма. И все изменения, они характеризуются очаговым поражением респираторных отделов легких с обязательным наличием внутриальвеолярной эксудации. И, соответственно, та клиническая картина, которую мы слышим, именно обусловлена и клиническая картина, и аускультативная картина, она характеризуется именно вот этими вот описанными в данном определении факторами. В клинических рекомендациях от 2018 года ввели новые понятия, как тяжелая внебольничная пневмония. Собственно, это понятие было и от 2014 года, но, тем не менее, определения данного состояния не было. Тяжелая внебольничная пневмония – это особая форма пневмонии, характеризующаяся выраженной дыхательной недостаточностью, как правило, с признаками сепсиса и органной дисфункции. Мы с вами сказали о том, что система кровообращения и система газообмена – это тесно связанные две функциональные системы, и поэтому легкие, они, когда потрясены воспалением и потрясены тем, что они находятся в достаточно тяжелой ситуации, когда не осуществляется газообмен, при нарушении газообменной функции легких, следующим, конечно же, страдает и недыхательные функции легких, в частности, инактивация биологически активных веществ, в частности, инактивация тех самых субстратов, тех веществ, которые являются признаками сепсиса. И учитывая то, что легкие не успевают или не могут их метаболизировать, они все проходят большое кровообращение, соответственно, поддерживают воспаление, соответственно, идет прогрессирование сепсиса, и в результате этого происходит генерализация, генерализованные нарушения микроциркуляции, соответственно, с ведущими
такими дисфункциями, с ведущими дисфункциями функциональных, главных функциональных систем. И первая, конечно же, главная функциональная система – это система центральной нервной системы. То есть необходимо оценивать состояние больного именно по данным главных функциональных систем. И первая главная функциональная система, напомню, это система центральной нервной. И поэтому при развитии энцефалопатии, при развитии неадекватности больного в условиях тяжелой внебольничной пневмонии, то есть мы должны подумать о том, что происходит прогрессирование воспаления, возможно, имеется сепсис, септическое состояние, и риск того, что следующим моментом, следующим нарушением будет одна из дисфункций функциональных систем. Но здесь уже в зависимости от условий и оснащения анестезиологии, отделения анестезиологии, реаниматологии, реанимации, мы уже решаем вопрос, какую помощь необходимо оказать больному, и даже в каких-то ситуациях необходимо и замещение, или, как мы говорим, это экстракорпоральные методы оксигенации и элиминации углекислого газа. Но речь о том, что тяжелая внебольничная пневмония, она, как правило, двусторонняя, она, как правило, тотальная пневмония. И помните о том, что помимо выраженной дыхательной недостаточностью, сепсис и следующее за сепсисом – это органная дисфункция. То есть помнить об этом нужно и постоянно следить за состоянием больного и только респираторной системы. Но в данном случае правильно все-таки оценивать целостный организм. Говоря о определении кафедры, мы говорим о том, мы должны сказать о том, что двусторонняя тотальная пневмония – это форма критического состояния, характеризующаяся инфекционно-воспалительным повреждением альвеолокапиллярной мембраны, проявляющейся стремительным поражением легких с нарушением газообменных и метаболических функций. Предыдущее определение тяжелой внебольничной пневмонии, оно все-таки где-то пересекается с настоящим определением. Но мы должны сказать о том, что любая нозология наша, она должна начинаться с того, что это форма критического состояния. А критическое состояние – это то состояние, которое характеризуется развитием системы множественных острых дисфункций. Так вот, при неоказании интенсивной терапии, при неоказании помощи, конечно же, больной в критическом состоянии достаточно быстро может погибнуть. Как мы говоря о определении тотальной пневмонии, мы должны сказать о том, что она характеризуется инфекционно-воспалительным повреждением альвеолокапиллярной мембраны. Здесь инфекционным агентом может быть и вирус, и вирусно-бактериальный момент может давать нам нарушение или повреждение альвеолокапиллярной мембраны. Очень часто про альвеолокапиллярную мембрану говорят о том, что она утолщена, нарушается диффузия газов через альвеолокапиллярную мембрану, но тем не менее это является ведущим звеном при в развитии пневмонии. И данная форма критического состояния, она проявляется стремительным поражением легких с нарушением газообменных и метаболических функций. О метаболических функциях, в частности, об нарушении инактивации биологически активных веществ, которые участвуют в развитии сепсиса, прогрессировании сепсиса, мы уже с вами сказали. Классификация пневмонии. Наш универсальный тезис, что все причинно-условно развивается в пространстве и во времени, он применим к любой нозологии. В частности, к проблеме пневмонии мы можем также его применить и сказать, что по причине пневмонии может быть вирусная, бактериальная и смешанная. По условиям развития она бывает внебольничная, нозокомиальная, вентилятор ассоциированная и пневмония у лиц с иммунодефицитом. По локализации воспалительной инфильтрации в легочной ткани она бывает очаговая, сегментарная, полисегментарная, долевая, субтотальная и тотальная. И по степени распространения воспалительной инфильтрации в легочной ткани она может быть односторонняя и двухсторонняя. Встает вопрос, пневмония всегда острая, но говорить о хронизации процесса, такого как пневмония, здесь некорректно, потому что у нас существует и
группа заболеваний – это хроническая обструктивная болезнь легких. То есть здесь поддерживается хронизация процесса, и при, скажем, осложнении и при обострении хронической обструктивной болезни легких, конечно же, здесь нужно смотреть, что это. Это пневмония или все-таки это обострение хронической обструктивной болезни легких. Это нам дает и имидж-диагностика, и клиническая картина, и посев мокроты, то есть бактериологическое исследование мокроты. Также нам даст ответ, что это пневмония, это хроническая обструктивная болезнь легких, стадия обострения. Ну, конечно же, главное осложнение от пневмонии, мы уже сказали, это дисфункция системы кровообращения. И грозное осложнение пневмонии, конечно же, это развитие острого респираторного дистресс-синдрома. Далее по классификации пневмонии, в частности по условиям развития, мы должны напомнить о том, что она может быть внебольничная, это приобретенная вне больничного учреждения синонимами домашняя или амбулаторная. Она бывает нозокомиальной пневмонии, приобретенная в лечебном учреждении, синонимы – это госпитальная, внутрибольничная, вентилятор, ассоциированная пневмония. Вентилятор ассоциированной пневмонии в Российской Федерации бытует мнение о том, что если мы больного перевели на искусственную вентиляцию легких, то по какой-либо причине, то есть не по заболеваниям респираторной системы, то вентилятор ассоциированной пневмонии у больного она будет. Но при соблюдении всех мер асептики, антисептики, при правильной санации, при проведении манипуляций по замене интубационных трубок, по трахеостомии, конечно же, можно избежать инфицирования, и развитие вентилятора ассоциированной пневмонии можно же избежать. Следующее по условиям развития – это аспирационная пневмония. Аспирационная пневмония, она достаточно тяжело протекает, учитывая pH желудочного сока, очень часто возникают деструктивные процессы. И пневмонии у лиц с тяжелыми дефектами иммунитета, в частности, такими как врожденный иммунодефицит, ВИЧ-инфекция, гетерогенная иммуносупрессия. Здесь уже имеются свои возбудители пневмонии, и, соответственно, иммунитет у таких больных он находится в дефиците. И, в частности, как правило, данная группа пациентов представляет высокую летальность. Это все рекомендации, вся классификация, также имеется в клинических рекомендациях. Следующее, о чем необходимо напомнить, о определении критического состояния. То есть мы говорим о том, что все определения нозологических состояний, с которыми больные находятся в отделении анестезиологии и реанимации, они должны начинаться с формы критического состояния. Так вот, критическое состояние – это нарушение целостности организма на основе информационно-энергетической несостоятельности. То есть мы уже с вами сказали о том, что ведущая система у нас – это система центрально-нервная, и, соответственно, при критическом состоянии, если имеется нарушение сознания от энцефалопатии до его отсутствие, то есть в любом случае больной находится в критическом состоянии и сразу же должен госпитализироваться в отделении реанимации и интенсивной терапии. И далее критическое состояние, оно чем характеризуется? Оно характеризуется тем, что клинически проявляется системой множественных острых дисфункций. А по данной теме существует много публикаций, и одна из ведущих, одна из значимых трудов, это диссертация Гельфанда Елены Борисовны, говорит о том, что при исследовании множественных органов дисфункций вывод, что если имеется дисфункция трех основных систем, то летальность составляет 30%. Если дисфункция 5 или 7, соответственно, 50-70% летального исхода от дисфункции той или иной системы. Но у нас функциональных систем в организме 7, и в зависимости от важности, мы уже сказали о том, что важная центральная нервная система, которая осуществляет регуляцию всех остальных систем, соответственно, вам уже смотреть, какая система нарушена и какой процент летального исхода будет. В частности, все функциональные системы важны, они функционируют и описаны в шкалах оценки больных,
То есть шкала оценки, они позволяют вам сориентироваться в тяжесть состояния больного, и, как правило, они говорят о проценте летального исхода. Следующее определение – это определение дыхательной недостаточности. Это форма критического состояния, развивающаяся на основе структурно-функциональной недостаточности ацинуса. То есть ацинус, он также включает в себя и альвеолокапиллярную мембрану, и, в частности, мы говорим о том, что дыхательная недостаточность, она может быть как связана с нарушением вентиляции, нарушением диффузии, нарушением перфузии. Соответственно, мы говорим о том, что острая дыхательная недостаточность, она характеризуется вентиляционно-перфузионным разобщением. И клинически это проявляется цианозом, тахипноей, гипоксией и гиперкапнией в крови и в тканях. И также напоминаем о том, что даже при максимальном напряжении компенсаторных механизмов системы газообмена не обеспечивается нормальное парциальное напряжение кислорода и углекислого газа, и дыхательная недостаточность, острая дыхательная недостаточность, она сопровождается всегда нарушениями центральной гемодинамики. Какие же существуют проблемы небольничной пневмонии? Мы уже с вами сказали о том, что характеризуется высокой заболеваемостью населения в Российской Федерации. Второй пункт по важности проблемы – это стабильные цифры летальности, рост частоты осложнений. И рассматривается вопрос о вакцинации вакцины, которая содержит практически все штаммы возбудителей пневмонии. И, соответственно, вакцинация должна проводиться в тех учреждениях, где имеется скопление, большое скопление людей. Это в основном это дома ухода, это там, где имеются военнослужащие. Соответственно, необходимо помнить о том, что в небольничной пневмонии достаточно важная проблема, очень высокая летальность, и вакцинация, конечно же, она снизит риск летального исхода, потому что эта вакцина, она имеет штаммы против пневмокока, то есть основного возбудителя небольничной пневмонии. Третье – это увеличение частоты пенициллин-резистентных пневмококков в популяции. То есть резистентность, она связана с тем, что больные, как правило, очень часто применяют антибактериальную терапию без показаний. То есть если имеются какие-то клинические проявления, респираторная вирусная инфекция с другими респираторными явлениями, очень часто применяют самостоятельно антибактериальные препараты. Четвертое, стрептококк пневмонии, устойчивые к цефалоспоринам третьего поколения. То есть сейчас регистрируется данная устойчивость, учитывая предыдущий факт, то, что антибактериальная терапия, она применяется без показаний в домашних условиях. Пятый пункт – это высокий уровень устойчивости стрептококк пневмонии к макролидам, учитывая, ну, сказанное выше. И шестой пункт – рекомендации по лечению не изменились в последние 10 лет. То есть по антибактериальной терапии, и несмотря на то, что сейчас очень широко обсуждается проблема сепсиса, проблема септического шока, но каких-то новых антибактериальных препаратов, они, в принципе, также создаются, но резистентность и к ним уже появляется. И седьмой пункт – это дефицит новых антибиотиков, преодолевающих устойчивость. Антибактериальные препараты, они сейчас в основном имеют микс состав, то есть из антибактериальных препаратов нескольких групп, для того, чтобы преодолеть устойчивость к микроорганизмам. Но, тем не менее, микроорганизмы, они тоже стараются защищаться от антибактериальных препаратов, и все-таки появляется резистентность уже и к новым антибактериальным препаратам. Говоря о классификации небольничной пневмонии по возбудителю, следует напомнить, что стрептококк пневмонии вызывает до 31% случаев. Дальше здесь описаны в основном возбудители основные, это и микоплазма пневмонии, и хламидия, и легионелла. И мы должны сказать о том, что 40% случаев возбудитель не обнаружен. Это может быть связано с дефектами забора бактериологического материала и с неправильным хранением и неправильной доставкой. Но тем не менее, помните о том, что бактериологическое исследование, оно проводится
до начала антибактериальной терапии, и нужно соблюдать все правила забора бактериологического материала и хранения, и доставки в лабораторию. То есть это очень важно, потому что правильная подобранная антибактериальная терапия, которая должна быть назначена не позже 4 часов с момента госпитализации больного, будь то в отделении пульмонологии, будь то в отделении реанимации, это существенно улучшит исход больных. Факторы риска полирезистентных возбудителей тяжелого небольничного пневмонии. Мы должны сказать о том, что сейчас в новых публикациях, в инструкциях по применению того или иного антибактериального препарата могут встречаться следующие термины. Первое – это мультирезистентные возбудители. Они определяются аббревиатурой МДР. И в чем они заключаются? В том, что если имелся прием антибактериальных препаратов предшествующие 3 месяца, это дети дошкольного возраста в организованных коллективах. Следующий термин – это вам известный, это МРСА, метицилинорезистентный золотистый стафилококк. Чаще всего это бактерии, резистентные ко всем пенициллинам. Встречается при гриппе, ну и людей, которые характеризуются такой патологией, как деструкция легочной ткани, тем или иным методом вызванная. Следующее – это клебсиелла. Клебсиелла в том числе и бета-лактамы расширенного спектра, то есть устойчивые к бета-лактамам антибиотикам. Это предшествующая госпитализация, это коморбидность, та сопутствующая патология, которая дает нам тяжелое осложнение со стороны респираторной системы. Также имеется легионелла пневмония. Если больной такой есть, то вы должны спросить, как правило, что была ли поездка в южные страны, были ли какие другие посещения салонов или что-то связано именно с легионеллой пневмонией. Аспергиллия – это при гриппе, пневмоцистная пневмония в основном – это у лиц с дефицитом иммунитета. Ну, в общем, все факторы полирезистентности возбудителей тяжелой внебольничной пневмонии, они утяжеляют состояние больного, характеризуются обострением или ухудшением состояния за счет сопутствующей патологии. Об этом мы должны помнить и при назначении лечения, в частности, при назначении антибактериальной пневмонии. По проблемным патогенам выделения реанимации интенсивной терапии у нас сейчас есть так называемая аббревиатура ESCAPE. И здесь собраны первые буквы от названия микроорганизмов. Это Enterococcus faecium, это Staphylococcus aureus. Обратите внимание, что третью строчку у нас делят Clostridium difficile и Klebsiella pneumoniae. То есть это два очень злостных возбудителя внутрибольничной инфекции, и тот, и другой возбудитель достаточно часто вызывает сепсис и ухудшает состояние больного. Раньше на третьей строчке была клебсиелла пневмония, но, как правило, при назначении ванкомицина препаратов этой группы в настоящее время все-таки клебсиелла пневмония, она уходит на второй план, и сейчас голову принимает Clostridium difficile. То есть это сейчас очень актуальная проблема для больных, для врачей в отделении реанимации интенсивной терапии. Следующий возбудитель – это Acinobacter. Следующий – это синегнойная палочка Pseudomonas aeruginosa и энтеробактерии, группа энтеробактерий. И все они собраны в аббревиатуру ESCAPE. Соответственно, если вы говорите с врачами, анестезиологами, реаниматологами других отделений, если они вам скажут, что в нашем отделении имеется ESCAPE, вы понимаете, о чем идет речь. И, как правило, помним о том, что проблема сейчас – это клостридиальная инфекция, это Clostridium difficile. Классификация пневмонии по локализации. Она делится на очаговую, сегментарную, полисегментарную и долевую, соответственно, долевая делится на субтотальную и тотальную. Так вот, говоря о полисегментарной пневмонии, мы говорим о том, что это в пределах одного или нескольких сегментов, скажем о том, что это все-таки рентгенологическая классификация. И для врача, анестезиолога, реаниматолога сказать полисегментарная пневмония, это достаточно трудно понять, в чем и какие сегменты
поражены, в чем, собственно, клиника. Если вам говорят о том, что она двухсторонняя, полисегментарная, с дыхательной недостаточностью, требующей респираторной поддержки, конечно же, вы понимаете о том, что, скорее всего, это субтотальная или тотальная пневмония. Это определение с МКБ 10-го пересмотра, которое описывается в историях болезни для преформирования диагноза. Классификация пневмонии по степени распространения. Мы имеем в виду, что есть такое заболевание, как перитонит, и, соответственно, брюшина, она выполняет все функции, независимо от том этажа, где она находится. Соответственно, если мы говорим о легочной ткани, то асанус, он как в доле, так и в сегменте легких, он выполняет одну и ту же функцию. И, соответственно, если мы говорим о пневмонии, то правильно все-таки говорить о том, что она бывает ограниченная. Это когда воспалительный процесс находится в пределах одной доли легкого. Пневмония может быть диффузная. Это когда воспалительный процесс выходит за пределы одной доли, но не охватывает легкое в целом. Пневмония может быть односторонняя, когда воспалительный процесс охватывает целое легкое. И тотальная пневмония. Воспалительный процесс охватывает оба легких. Принципы диагностики у больного в критическом состоянии. Данные принципы, они универсальны для любого критического состояния, и они должны складываться из 7 принципов. Первое – это своевременность. Но своевременность и складывается в зависимости от, начиная, вернее, от осмотра больного врачом скорой медицинской помощи, от момента госпитализации его в стационар, правильности, своевременности осмотра врачом-пульмонологом, осмотра врачом-анестезиологом-реаниматологом, правильность и своевременность госпитализации в соответствующее отделение и своевременное начало интенсивной терапии. Второй принцип важный – это дифференцированность. То есть дифференцировать необходимо, проводить дифференциальный диагноз с той или иной нозологией, которые могут привести к нарушению газообмена. То есть это не говорит о том, что у всех больных может быть пневмонии, могут быть и тромбоэмболии легочной артерии, которые тоже будут характеризоваться и тахипноей, и цианозом. Это состояние немного другое, требует своей интенсивной терапии. Третий пункт – это приоритет инструментальности. В силу того, что сейчас у нас имеется достаточно большой спектр инструментальных исследований, и компьютерная томография, и ультразвуковое исследование, конечно же, приоритет инструментальности в плане неинвазивного исследования. Инвазивное исследование представляет достаточно большие трудности и с аппаратурой, и с постановкой катетеров. То есть мы говорим о том, что инструментальность, она должна быть выполнена грамотно, и грамотно должна быть прочитана врачом, функционалистом и принята на вооружение врачом-анестезиологом-реаниматологом. Четвертый пункт – это комплексность. Комплексность, она складывается не только из данных инструментальных методов исследования, но и из данных клинической картины. В этом, собственно, состоит комплексность. Пятый – это доступность. Доступность и инструментальных методов исследований, и лабораторной диагностики, и теми необходимыми аппаратами, которые врач-анестезиолог-реаниматолог должен иметь в своем отделении, там, где он работает. Шестой и седьмой пункт – это этиологичность и патогенетичность, стоят на шестом и седьмом месте. Скажем, достаточно интересные принципы, но врачу-анестезиологу-реаниматологу при критическом состоянии мы уже сказали о том, что это, как правило, поликаузальный механизм развития критического состояния. Вопрос об этиологии, если мы говорим о небольничном пневмонии, вот именно здесь бактериологическое исследование биологических жидкостей, в частности крови и мокроты, даст нам ответ на много вопросов. Соответственно, следующий пункт – это патогенетичность. Патогенетичность, то есть это тоже очень широкое понятие, оно шире, чем этиология, но тем не менее вот эти вот два пункта этиология, патогенез, врач-анестезиолог-реаниматолог, когда уже назначает интенсивную терапию, смотрит, а успехи или неуспехи, он все-таки далее уже будет задумываться о возбудители, о механизме развития процесса. То есть, соответственно, по критическому состоянию к
Главное это вывести больного из критического состояния с принципами диагностики, которые мы уже указали. Основные задачи диагностики интенсивной терапии дыхательной недостаточности, которая развивается, как правило, у больных тяжелой небольничной пневмонии, это первое – определение тяжести состояния больного. Второе – это необходимо провести оценку риска развития осложнений и неблагоприятного исхода заболевания. Третье – это определение ведущей органа дисфункции. Ну, она, конечно же, главный и ведущий клинической проблемы и дисфункции будет дисфункция респираторной системы. Но мы с вами сказали о том, что критическое состояние, оно характеризуется и дисфункцией центральной нервной системы с нарушением сознания в той или иной степени. Четвертое, это необходимо провести обоснование клинического диагноза по МКБ 10-го пересмотра. Пятое, мы решаем вопрос о своевременной госпитализации больного в отделении реанимации интенсивной терапии. Шестым пунктом или шестой задачей у нас идет построение интенсивной терапии согласно приоритетам нарушенной функции организма. И седьмое, мы должны провести окончательную коррекцию интенсивной терапии. То есть если в каком-либо пункте, в какой-либо задаче возникают какие-то вопросы, то есть мы должны пересмотреть все и методы исследования и, возможно, что-то должны дополнить для того, чтобы уточнить дисфункцию той или иной системы. Говоря о шкалах оценки тяжести состояния больного, мы должны вспомнить о том, что их существует большое количество, и нам рекомендуют использовать алгоритм оценки риска неблагоприятного исхода выбора места лечения при внебольничной пневмонии по шкале КУРБ-65. Симптомы и признаки. Первое – это нарушение сознания, азот мочевины, число дыхательных движений более 30 в минуту, систолическое артериальное давление и возраст. То есть если количество баллов от 0 до 1 балла, то больной лечится на амбулаторном этапе. Если в зависимости от баллов, то есть если это 2 балла, то это вторая группа, и летальность в этой группе уже превышает 9%. То есть это больные госпитализация, но кратковременно, или амбулаторное лечение под наблюдением врача. И если более 3 баллов, то это разделение на третью группу, и летальность в этой группе достаточно высокая. То есть в этой группе необходимо проводить неотложную госпитализацию. А учитывая то, что эта шкала применяется на амбулаторном этапе, как правило, оценить мочевину бывает проблематично. И поэтому эта шкала имеет сокращенный вариант в виде ЦРБ-65. Здесь идут нарушения сознания, число дыхания, систолическое артериальное давление и возраст. Соответственно, в зависимости от набранных баллов, от 0 до 4 баллов, то есть от 0 это больные проводят амбулаторное лечение, 3-4 балла – это неотложная госпитализация. Но обратите внимание, что данная шкала она не учитывает важные показатели, характеризующие дыхательную недостаточность, например, уровень оксигенации, не позволяет оценить необходимость госпитализации в отделении реанимации и интенсивной терапии, не учитывает декомпенсацию сопутствующей патологии вследствие внебольничной пневмонии и не учитывает социальные факторы, сопутствующие заболевания и характеризуется невысокой информативностью при определении прогноза пациентов пожилого возраста. Но данная шкала она применяется в отделениях на амбулаторном этапе, и все-таки данная шкала она имеет интерес у врачей-терапевтов на амбулаторном этапе, потому что при сложении баллов, при оценке тяжести состояния больного, все-таки имеется защита врача амбулаторного этапа от неправильных действий и других юридических аспектов. Шкала SmartCop она выявляет пациентов, нуждающихся в интенсивной респираторной поддержке и инфузиозапрессоров с целью поддержания адекватного уровня артериального давления. Шкала SmartCop предусматривает бальную оценку клинических, лабораторных, физических и рентгенологических признаков с определением вероятности потребности в указанных выше интенсивных методах лечения. Соответственно, шкала SmartCop она имеет следующие показатели. Это систолическое артериальное давление, это изменение в легких на рентгенограммах, это содержание альбумина,
как показатель воспалительной реакции, это частота дыхательных движений, частота сердечных сокращений, наличие признаков нарушения сознания, это показатели оксигенации, и сумма баллов говорит о том, что необходимо больному проводить респираторную поддержку, необходимо поддерживать дисфункцию системы кровообращения, то есть от 0 баллов – это очень низкий риск и не требует госпитализации, выделения, реанимации, интенсивной терапии. И если количество баллов более 4, то это высокий риск в необходимости респираторной поддержки и, соответственно, больные требуют госпитализации, выделения, реанимации, интенсивной терапии. Диагностические критерии, они складываются из 4 основных групп. Это клинические критерии, функциональные, биохимические и патоморфологические критерии. Клинические критерии, главное, это мы уже сказали о том, что дисфункция центральной нервной системы, в частности, энцефалопатии, нарушение сознания. Следующие клинические проявления – это цианоз, это изменение кожного покрова. Далее мы, конечно же, оценим систему кровообращения по пульсу, по данным электрокардиограммы, аускультации сердца, тоны. Также вы должны смотреть, что это обострение хронического какого заболевания легких, либо это острое какое-то нарушение, в частности тромбоэмболии легочной артерии. То здесь уже необходимо проводить дифференциальную диагностику. Проводить измерение артериального давления у больных может быть как гипертензия, так и гипотензия. То есть это все необходимо учитывать. Следующее, конечно же, важное и видимое клинические проявления – это наличие тахипноя, олигопноя, участие вспомогательной дыхательной мускулатуры и далее все критерии дыхательной недостаточности. И достаточно главный или главенствующий, или важный один из клинических критериев – это, конечно же, диурез, это олиго или анурии. Соответственно, мы должны помнить о нормальном темпе диуреза и как показатель сепсиса, септического шока, то есть это тоже необходимо учитывать. По функциональным критериям мы должны помнить о том, что это приоритет инструментальным методом исследования. Вентиляцию мы помним о том, что у нас существуют основные параметры, это число дыхания, дыхательный объем, минутный объем дыхания, функциональная остаточная емкость, и в зависимости от изменения числа дыхания мы с вами помним о том, что оперируем терминами как апноэ, тахипноэ, брадипноэ, олигопноэ. Перфузию мы исследуем УЗИ. Сердце проводит, это исследует давление легочной артерии, сердечный выброс, ударный объем. И также сейчас тетраполярная интегральная реовазография, реография или импедансиметрия, которая позволяет оценивать в режиме реального времени как перфузию, так и вентиляцию. Соответственно, помним о том, что нарушается вентиляционно-перфузионное отношение, и данный электроимпедансный томограф при помощи импедансометрии мы можем в режиме реального времени оценить вентиляцию и перфузию. Следующим основным инструментальным методом это компьютерная томография органов грудной клетки или мультиспиральная компьютерная томография. Помним о том, что необходимо проводить и обзорную рентгенографию органов грудной клетки, но в двух проекциях. Сейчас обзорная рентгенография, она, как правило, уходит на второй план, учитывая то, что визуализация по данным компьютерной томографии, она лучше, и в изменениях просматривается на ранних стадиях, нежели рентгенография органов грудной клетки. И помним о том, что сейчас данные ультразвукового исследования легочной ткани дают нам представление о пневмонии, об ее осложнениях, то есть достаточно раньше, чем КТ и такого уже метод исследования обзорной рентгенографии. Но в тех стационарах, где не имеется компьютерной томографии, по данным рентгенографии ставится диагноз, оценивается состояние больного и то или иное диагностическое вмешательство. Аускультация легких, особенности аускультации легких у больных на искусственной вентиляции. Это достаточно интересная проблема. И для того, чтобы оценить динамику пневмонии, конечно же, на респираторе оценить динамику достаточно трудно. Если больной имеет самостоятельное дыхание, то с поддержкой, респираторной поддержкой при спонтанном дыхании, конечно же, вы услышите динамику, как изменилась аускультация легких. Только в этом случае вы оцените изменения в легочной ткани.
по биохимическим критериям. Это исследование кислотно-основного состояния и электролитного состава крови. Это исследование системы гемостаза. В частности, у больных будет часто гиперкоагуляция. То есть здесь необходимо исследование гемостаза, необходимо исследование тромбоэластографии с целью решения вопроса о раннем назначении антикоагулянтов. Благодаря молекулярной генетической диагностике мы сейчас можем определить риск развития респираторного дистресс-синдрома у больных в небольничной пневмонии. Молекулярная генетическая диагностика, она сейчас достаточно актуальна, она развивается и дает нам, ну скажем, большой дальнейший шаг на раннюю диагностику, еще раз повторю, грозного осложнения, как острого респираторного дистресс-синдрома. Следующее – это увеличение артерий венозной разницы по кислороду, по углекислому газу. Также необходимо считать доставку, потребление кислорода. И такой важный показатель, о котором мы уже сказали, это углекислое парциальное напряжение углекислого газа. Решается вопрос о переводе больного на искусственную вентиляцию легких при каких же показателях, когда ПЦО2 более 50 или когда менее 25. Все этот вопрос мы оставим, мы его рассмотрим. Следующее – это показатели лактат-пируват. В норме отношений здесь указано. Почему здесь указан лактат? А в гайдлайне по септическому шоку нам рекомендуют оценивать лактат, если он более 2, то это говорит о тяжелом нарушении, о кризисе или о генерализованном нарушении микроциркуляции. Так вот, лактат отдельно рассматривать не следует, его необходимо рассматривать в комбинации лактат-пируват. Следующее – это можем напомнить о том, что молекулярная генетическая диагностика и наука как протеомика тоже сейчас нам помогает в постановке диагноза пневмонии, постановке диагноза обструктивной болезни легких, респираторный дистресс-синдром. И новое направление – это альвеолоскопия. Мы уже сказали о том, что вся проблема дыхательной недостаточности – это дисфункция ацинуса. Так вот, альвеолоскопия, она дает нам представление о том, что происходит с ацинусом при той или иной нозологии, при пневмонии, при остром респираторном дистресс-синдроме, конечно же, в какой стадии происходит процесс. Мы это видим по данным компьютерной томографии, но тем не менее альвеолоскопия дает картину именно изменений ацинуса. И патоморфологические критерии – это критерии, которые наблюдаются при аутопсии, практически при любом критическом состоянии. Мы говорили о том, что чем раньше антибактериальная терапия будет назначена, чем раньше будет направлена целенаправленная антибактериальная терапия, тем риск развития летального исхода и улучшения состояния больного процент повышается. Для этого применяют экспресс-метод ПЦР-диагностики бактериальных и вирусных инфекций. Этот метод позволяет обнаружить в образце биоматериала ДНК к МРСА, Clostridium difficile, продуцентов бета-лактам-резистентных препаратов, продуцентов карбапенемаз разных классов. То есть в настоящее время считается, что карбапенем – это антибактериальные препараты широкого спектра действия, но тем не менее и к ним уже возникает резистентность у микроорганизмов. То есть данный экспресс-метод, он занимает небольшое количество времени и дает нам главное решение – это назначение целенаправленной антибактериальной терапии. Но ограничение в данном методе в том, что он работает только если геном знаком машине, трудности детекции мутантных вирусов. Технология взятия материала и снижения вирусной нагрузки под действием противовирусной терапии влияет на чувствительность метода. Присутствие вируса в верхних дыхательных путях не равнозначно инфекции. Можно сказать о том, что обнаружение отдельной последовательности нуклеиновых кислот не свидетельствует об активной репликации вируса, то есть об инфекционном процессе. Тем не менее, метод есть, но существуют и ограничения. Показания для госпитализации больных в отделении реанимации интенсивной терапии. Первое – это нарушение сознания. То есть вот видим нарушение сознания, оглушение, сопор, кома. Мы расценим это как критическое состояние, и больной направляется в отделение реанимации интенсивной терапии.
Следующий критерий – это число дыхания. Более 30, имеется диффузный цианоз, влажный кожный покров, изменение сатурации менее 90. Также говорит о том, что необходимо больного госпитализировать в отделении реанимации интенсивной терапии. Третье – это достоверное распространение инфильтрации легочной ткани в течение 48 часов от момента поступления больного в стационар. Четвертое – это признаки острой сердечно-сосудистой недостаточности и потребность вазопрессора. Пятый пункт – это необходимость респираторной поддержки. Мы уже сказали о том, что классическими рекомендациями при переводе больного на инвазивную вентиляцию легких – это изменение парциального напряжения углекислого газа более 50 мм ртутного столба. Но в клинике бывают иные ситуации, и ранний перевод больного на ИВЛ при наличии тахипнои, при сниженном парциальном напряжении углекислого газа дает хороший процент на выживаемость и успех от проведения интенсивной терапии респираторной поддержки. И другая органная недостаточность. Мы уже сказали о том, что внебольничная пневмония тяжелого течения, она характеризуется развитием сепсиса и развитием органной дисфункции. Так вот, по методическим рекомендациям по лечению гриппа H1N1 нашей Федерации анестезиологов и реаниматологов мы должны придерживаться данных показателей госпитализации больного в отделении реанимации интенсивной терапии. Очень важное направление интенсивного лечения больных. Первое – это восстановление проходимости дыхательных путей, это проведение интубации трахеи, проведение бронхоскопии, поддержка альвеолярной вентиляции. Второй важный пункт – это проведение респираторной поддержки альвеолярной вентиляции до уровня, обеспечивающего артериализацию венозной крови. Мы говорим о том, что главная функция газообмена – это артериализация венозной крови. В настоящее время режимов искусственной вентиляции легких их очень много, но тем не менее у нас есть и управляемая искусственная вентиляция легких, и вентиляция с поддержкой, вентиляция при спонтанном дыхании. То есть в зависимости от тяжести состояния больного и необходимости выключения спонтанного дыхания, в тяжести состояния мы применяем это режимы принудительной вентиляции, и в зависимости от динамики далее уже рассматривайте конкретной ситуации тот или иной режим. Третье – это необходимая гемодинамическая поддержка. В зависимости от типа центральной гемодинамики и поддерживаются необходимые целевых показателей. Это артериальное давление среднее более 80, показатели центрального венозного давления и показатели диуреза как показателя адекватной функции системы кровообращения. Четвертое, мы должны помнить о том, что необходимо обеспечивать адекватное перфузионное давление в малом круге кровообращения для поддержания вентиляционно-перфузионных отношений. Пятый пункт. Помнить о деэскалационной или назначении комбинированной антибактериальной терапии. Помним о том, что в небольничной пневмонии она имеет свой спектр антибактериальных препаратов. Если небольничная пневмония по определению уже существует как тяжелое, как проявление сепсиса, как проявление органной дисфункции, помним о том, что необходимо уже назначение деэскалационной антибактериальной терапии. Шестое направление интенсивного лечения – это противовоспалительная терапия. Это назначение глюкокортикостероидов или нестероидных противовоспалительных препаратов. В любом случае необходимо это проводить осторожно. Говоря о внебольничной пневмонии, о воспалении, о эндотоксемии, который проявляется гипертермией и другими проявлениями, конечно же, назначение НПВС в данном случае необходимо рассматривать, но учитывая явление гипоксии, то это чревато осложнениями. Так вот, рассмотрение вопроса о назначении глюкокортикостероидов только при септическом шоке доказано и часто спасает больных. Седьмой пункт. Мы применяем заместительную иммунокоррекцию. Как правило, это поливалентный гаммоглобулин. Восьмой пункт – это нутритивная поддержка, которую необходимо проводить всем больным в отделении реанимации и интенсивной терапии с учетом килокалорий на килограмм массы тела в зависимости от возраста и сопутствующих заболеваний. И девятый пункт – помнить о том, что существуют экстракорпоральные методы оксигенации и элиминации углекислого газа. Говоря о основных функциях легких, мы должны напомнить, что выполняет как газообменные, так и негазообменные функции. И говоря о газообмене, мы должны сказать о том, что это каскадный, последовательно развивающийся процесс –
обеспечивающий содержание дыхательных газов в клетках и тканях, при котором происходит аэробный метаболизм и сопряженные функции органа. Говоря о каскадности, мы говорим о том, что у нас существует каскад дыхательных газов, то есть это от атмосферного газа, от концентрации атмосферного воздуха, в котором содержится кислород, от 21% или от 150 мм ртутного столба, к митохондриям доходит всего 10-15 мм ртутного столба. То есть организм у нас защищается от высокого напряжения кислорода. Соответственно, при подаче больному фракции вдыхаемого кислорода более 21%, вы должны подумать о том, как будет происходить метаболизм в митохондриях и как на это будет реагировать сопряженные функции органы, сопряженные функции системы газообмена. А мы уже сказали, что это сопряженная функция системы кровообращения. Помним о том, что газообменная функция легких – это обмен кислорода и углекислого газа между внешней средой и организмом и обеспечивается за счет трех процессов – это вентиляции, диффузии газов и легочного кровотока. Так вот, расстройство одного, двух или всех указанных механизмов, ведут ли они к нарушениям газообмена? Да, ведут, в зависимости от нарушения вентиляции, диффузии или перфузии, как правило, и складывается классификация острой дыхательной недостаточности. Говоря о респираторной поддержке, мы должны вспомнить о том, что существует четырехкомпонентная модель легких, описанная Анатолием Петровичем Зильбером. Так вот, на слайде мы видим эффективный легочный кровоток, то есть в норме альвеола она вентилируется и перфузируется, и при поступлении концентрации кислорода атмосферного в воздухе содержится 150 мм ртутного столба. Углекислого газа поступает незначительное количество в альвеолы. Так вот, если происходит нормальный газообмен, то никаких изменений артерий-венозной разницы по двум основным дыхательным газам не происходит. Если нарушается процесс вентиляции, то есть это может быть обтурация альвеолы, и вентиляция не происходит, а происходит только перфузия, то здесь идет развитие так называемого шунтирования крови с развитием внутрилегочного венозного сосудистого шунта. И если в другом случае вентиляция существует, но нарушена перфузия, то этот механизм развивается и называется газовый шунт. В основном это при тромбоэмболии легочной артерии. Говоря о вентиляциях и о проблеме внебольничной пневмонии, мы должны вспомнить о том, что существуют зоны Веста. Первая зона, она говорит о том, что в верхушках легких альвеолярное давление, оно превышает давление в артериолах, и кровоток ограничен. Вследствие этого вентиляционно-перфузионное отношение более единицы. Вторая зона, она характеризуется тем, что в средней зоне легких давление альвеолярное, оно превышает давление в артериях, и здесь кровоток больше, чем в зоне 1, и вентиляционно-перфузионные отношения равны единице. И третья зона, это в основаниях легких, кровоток усилен. И ввиду того, что здесь идет неравномерность кровотока, вот именно распространение пневмонии характеризуется с нижних отделов, далее захватываются средние отделы, и, как правило, если поражаются верхушки легких, то в данном случае развивается острая дыхательная недостаточность. И мы помним о том, что данная концепция зон Веста работает только в крайне-каудальном градиенте, то есть когда больной вертикализирован. Если больной находится длительное время в горизонтальном положении, в отделении реанимации интенсивной терапии, то вот именно положение ничком или пронпозиция, когда больного необходимо поворачивать, мы не только препятствуем проявлению декубитус, мы и понимаем о том, что зоны Веста, они работают только в крайне-каудальном градиенте, то есть вертикализации. И положение ничком, конечно же, улучшает вентиляционно-перфузионное отношение, если нет возможности вести больного вертикально, то есть если нет возможности вести с повышенным головным концом, то пронпозиция, она улучшает состояние больных, улучшает оксигенирующую функцию легких, и помним о этих зонах.
Негазообменные функции легких, их достаточно много, но тем не менее мы выделили 7. Первое – это гемодинамическая функция, то есть помним о том, что весь минутный объем дыхания, минутный объем вентиляции – это легкие, соответственно, вентиляция, кровоток, вентиляционно-перфузионные отношения, отсюда они идут. Это депо крови, мы помним о том, что это зона низкой скорости кровотока, и в зависимости от системной гемодинамики, при снижении артериального давления, помним о том, что давление в малом круге кровообращения, оно снижается, и отсюда риск развития тромбоэмболических осложнений. Вторая функция – это фильтрационная, это механический биохимический фильтр. Третья функция особенно интересна при небольничной пневмонии и при тяжелой пневмонии, которая характеризуется развитием сепсиса, органных дисфункций, то есть вот именно инактивация биологически активных веществ, которые участвуют в системно-воспалительной реакции. Помним о том, что в легких идет продукция сурфактанта и белков, и углеводов, и других веществ, которые необходимы для организма. Четвертая функция – это гемостатическая. Происходит регуляция коагулянтной, антикоагулянтной и фибринолитической активности крови. Даже напомнить о том, что легкие наряду с печенью вырабатывают эндогенный гепарин. И учитывая то, что легкие – это зона низкой скорости кровотока, и благодаря выработке эндогенного гепарина, конечно же, организм поддерживает реологию крови в данном участке для обеспечения газообмена и для профилактики тромбоэмболических осложнений. Пятый пункт – это достаточно мощная рефлекторная ваза и бронхоконстрикция, и это достаточно большая зона вагусной активности, то есть анестезиологи, реаниматологи это, конечно же, помнят. Шестая функция – это иммуногенная, она обеспечивается клеточным и неклеточным компонентом и сурфактанта, и фиксированными макрофагами, которые находятся в ацинусе. То есть иммуногенная функция легких, она должна поддерживаться, мы ее должны сохранять, и при проведении респираторной поддержки мы должны помнить о том, что легкие выполняют и теплообменную функцию, мы должны обогащать и увлажнять вдыхаемую смесь. То есть помнить о том, что функции легких, они заключаются не только в газообмене, но и вне дыхательных функциях. По классификации изменения и механизмов поддержания газообмена мы должны помнить о том, что существует как внешний механизм газообмена, так и внутренний. Первый – это легочный механизм, он складывается из основных понятий – это вентиляция, перфузия, диффузия, вентиляционно-перфузионные отношения, это и сурфактант, и эффективный легочный кровоток. Сердечный механизм – мы сказали о том, что кровообращение без газообмена немыслимо, а газообмен без кровообращения бессмыслен. Соответственно, мы говорим о том, что большой круг кровообращения есть составляющая и малый круг кровообращения, есть функция большого круга кровообращения. Второй пункт – это объем циркулирующей крови. Это очень важно, и очень важно нам оценивать объем эффективной циркуляции. И четвертый механизм сердечно заключается в кислородной емкости крови, которую необходимо поддерживать. Следующий механизм – это транспортный. Транспортный механизм, он складывается из количества эффективно циркулирующих эритроцитов, из их функциональной способности и способности гемоглобина, и из тех сред, которые обеспечивают перенос или транспорт циркулирующих эритроцитов и поддержание собственной кислородной емкости крови. И внутренний механизм поддержания газообмена, он складывается из простой диффузии, собственно, на которую мы повлиять не можем, из облегченной диффузии и ферментативной утилизации кислорода. Но мы напомним о том, что оксигеназное окисление – это энергетический цикл Крепса, и если нарушается его функция, то у нас есть дублирующий механизм – это пентозофосфатный путь, окисление глюкозы. То есть в любом случае энергия в организме образуется. Так вот, из классификации функционально-биохимических механизмов газообмена мы должны помнить о том, что очень важно поддерживать легочный механизм, сердечный механизм, транспортный механизм. То есть это лежит в основе интенсивной терапии, в основе респираторной поддержки, и помнить об этом также необходимо. Развитие дыхательной недостаточности при тяжелой
внебольничной пневмонии складывается из 7 основных моментов. Первое, конечно же, это происходит аспирация возбудителя, затем идет депрессия клеточного и гуморального иммунитета с развитием системно-воспалительной реакции, идет нарушение негазообменной функции легких. Следующий, третий пункт – это снижается коллоидно-соматическое давление плазмы с отеком альвеолокапиллярной мембраны. Четвертый – происходит увеличение биологически активных веществ, циркулирующих кровью за счет нарушения метаболических функций легких. Пятый момент – идет увеличивается очаг инфекции и рост биологически активных веществ крови. И в результате этого идет осложнение и утяжеление внебольничной пневмонии с развитием сепсиса, органной дисфункции. Это все приводит к гипертензии малого круга кровообращения и, собственно, заканчивается нарушением газообмена в легких. В зависимости от состояния больного, от действий врача-анестезиолога-реаниматолога, то есть чем раньше будет выявлено то или иное нарушение, тем раньше будет проведена своевременная и целенаправленная интенсивная терапия, тем риск развития саногенеза, выздоровления, он увеличивается. Показания перевода больных на искусственную вентиляцию легких – это классические показания, они складываются из следующих моментов. Первое – это при наличии апнея, второе – это прогрессирующая острая дыхательная недостаточность, когда частота дыхания более 35 в минуту, когда идет снижение парциального напряжения кислорода менее 60, и о показателе парциального напряжения углекислого газа, когда идет увеличение более 50 мм ртутного столба, как поздний критерий перевода больного на ИВЛ. Мы уже об этом сказали, что чем раньше вы определили декомпенсацию системы газообмена, тем раньше вы нашли и увидели парциальное напряжение углекислого газа, тем раньше вы переводите больного на тот или иной вид респираторной поддержки. Следующий критерий – это снижение сатурации менее 90, это прогрессирующая дыхательная недостаточность. Это все происходит чрезвычайно быстро. Третий критерий – это нарушение сознания. Четвертый – это нестабильная гемодинамика. И пятый – это психомоторное возбуждение. Говоря о кислородной поддержке, о респираторной поддержке, необходимо сказать о том, что гипераксия дыхаемой смеси – это все-таки перекисная альтерация мерцательной эпителия трахеобронхиального дерева, альвеолоцитов первого-второго порядка, клеточных компонентов сурфактанта. Цель респираторной поддержки – это достижение минимально достаточного уровня доставки кислорода тканям, соответствующего уровню текущего потребления кислорода организмом, и необходимо использовать щадящие вспомогательные режимы респираторной поддержки, а не использовать увеличение фракции вдыхаемого кислорода, не использовать назначение релаксантов, значимой седации для достижения данной цели. Проблема респираторной поддержки сокрыта в антифизиологической сути ее элементов. Ну, помним о том, что альвеолярная вентиляция с положительным давлением в дыхательных путях, происходит частичное разобщение гемодинамики малого и большого кругов кровообращения, происходит усиление разобщения вентиляции и перфузии, игнорируются метаболические функции легких. И очень важная проблема – это сурфактант, разрушающий действие агрессивной интенсивной терапии и инфекционное осложнение. То есть это проблемы респираторной поддержки, которые также врач-анестезиолог-реаниматолог помнит и должен влиять на основные функции легких, как дыхательные, так и недыхательные. Говоря о респираторной поддержке, классическая схема, которую нам рекомендуют, это первое, это поддержание дыхательного объема от 6 до 8 мл на килограмм массы тела, идеальной массы тела, обратите внимание. Второе, частота дыхания минут на объем вентиляции минимально необходима для поддержания парциального напряжения углекислого газа венозной крови на уровне 35-40 мм ртутного столба. Третье. Пиковое давление в дыхательных путях поддерживает не более 30 сантиметров водного столба. Четвертое. Фракция кислорода в дыхательной смеси необходима для поддержания достаточного уровня оксигенации артериальной крови, но поддерживает не более 60%. С целью профилактики аспирации, а также для предотвращения развития вентилятор-ассоциированной пневмонии, больных необходимо вести в положение с приподнятым головным концом до 45 градусов. Но, тем не менее, мы говорили о зонах Веста, и
ранняя вертикализация здесь уместна. Шестой пункт – это рекомендуется тренировка со спонтанным дыханием. И седьмой – это рекомендуется использовать протоколы отлучения от аппаратной искусственной вентиляции легких. То есть здесь существуют режимы, которые готовят больного к отлучению. Это все необходимо помнить при проведении респираторной поддержки. Мы говорили о том, что если в дыхательной смеси мы повышаем фракцию вдыхаемого кислорода, чем это опасно? То есть гипераксия, она характеризуется тем, что происходит гиперкатехоламинемия, дефицит восстановления водорода, идет активация супероксида дисмутазы, происходит неустойчивость фосфолипидного бислоя любой клетки. Второе, что происходит, это повышается супероксидный анион радикал с развитием и прогрессированием перекисного окисления липидов. Третье – это активация перекисного окисления липидов, происходит цитолиз, протеолиз, учитывая, что идет нарушение местного иммунитета, идет прогрессирование инфекции и идет прогрессирование системно-воспалительной реакции, и учитывая то, что нарушаются метаболические функции легких. Пятый пункт – это нарушается легочный газообмен, и несмотря на то, что мы хотим поддержать функцию, и мы хотим поддержать или повысить фракцию вдыхаемого кислорода, и хотим изменить парциальное напряжение кислорода в крови, тем не менее мы сталкиваемся с такой проблемой, как гипоксией. Говоря о проведении искусственной вентиляции легких через интубационную трубку, что здесь на этом слайде? На этом слайде представлена импедансометрия. То есть она позволяет в режиме реального времени оценивать достаточную правильность вентиляции больного. То есть в режиме реального времени мы оцениваем как вентиляцию, так и перфузию и, соответственно, вентиляционно-перфузионное отношение. Это дает нам представление о правильности проведения вентиляции, о необходимости санации трахеобронхиального дерева. Все это достаточно интересное направление. Также эта трахеальная трубка, она должна быть с каналом для санации надманжеточного пространства. То есть мы помним о том, что над манжеткой скапливается большое количество мокроты, слизи, в которой также функционируют микроорганизмы. Необходимо поддерживать и применять при санации трахеобронхиального дерева закрытые системы. Интубация трахеи. Помним о том, что это инородное тело трахеи в зоне с плотной вагусной иннервацией. Обильная саливация бронхорея. Третье – это гемодинамические вагусные реакции. Это проводник нисходящей инфекции. И пятый интересный момент – это необходимость частой реинтубации разными руками. Так, если больного интубировал при поступлении анестезиолог-реаниматолог, он знает особенности больного, но в течение проведения респираторной поддержки возникают другие изменения, и врач, который будет проводить реинтубацию, он часто может затянуть интубацию. И поэтому, как правило, если необходимость переинтубации, то при наличии врача, который проводил первый интубации, пожалуйста, приглашайте его, он, на наш взгляд, будет в данном случае уместен. Трахеостомия. Трахеостомия – это гнойные раны верхних дыхательных путей, как проводить перевязку гнойной раны. А третье, при трахеостомии помните о том, что это риск развития отдаленных стенозов и гранулем трахеи с необходимостью пластических операций. Но, тем не менее, при трахеостомии улучшается состояние больных. Вы можете провести спокойно санационную фибробронхоскопию. Трахеостомия требует в меньшей степени седации больного. Но помним о том, что водно-осмотическая альтерация слизистой трахеи мерцательного эпителия, когда проводят санацию трахеобронхиального дерева, в частности, лаваш, также влияет на недыхательные функции. Говоря о критериях системно-воспалительной реакции, из данной таблички мне бы хотелось напомнить о том, что из критериев СИРСа исключено такое понятие, как тяжелый сепсис. То есть по гайдлайнам от 2016 года по сепсису по септическому шоку у нас сохранилась и системно-воспалительная реакция, все критерии, сохранились критерии сепсиса, септического шока, но тяжелый сепсис сейчас данный критерий, данный термин, он не применяется.
Насчет противовирусной терапии. Противовирусная терапия, она показана при иммунодефиците пациентам с тяжелой сопутствующей патологией, у пациентов с признаками тяжелого поражения легких. В настоящее время лечение только гриппозной пневмонии ингибиторами нейромедиазы. В гриппозный сезон всем пациентам с тяжелой внебольничной пневмонии следует начинать лечение ацетамивиром, которое может быть прекращено после получения отрицательных результатов полимеразной цепной реакции. И очень интересный вопрос все-таки, как нам войти в эру осмысленной антимикробной терапии. Первое, мы должны провести оценку факторов риска устойчивости возбудителей. Второе, следование клиническим рекомендациям по лечению нозологии. Третье, это планирование эмпирической антимикробной терапии на основании данных локального микробиологического мониторинга. Четвертое, это внедрение экспресс-методов микробиологической диагностики. Пятое – это использование рациональных комбинаций антимикробной терапии. Шестое – это своевременное начало и прекращение антимикробной терапии по показаниям. И седьмое – это применение качественных препаратов. Существуют факторы риска инфицирования возбудителями с повышенной резистентностью, продуцентами бета-лактам расширенного спектра, антибактериальные препараты цефалоспорина третьего и фторхинолону, предшествующие 90 суток. Также предшествующий контакт с медицинской помощью, поступление из учреждения длительного ухода, метицилин-резистентный стафилококк ауреус, высокое распространенность МРСА в отделении, назальное носительство, лечение фторхинолонами, цефалоспоринами, предшествующая госпитализация, наличие трофических язв или длительное стояние сосудистого катетера. И факторы риска инфицирования возбудителями, карбапенемаз, продуцирующими бактериями, это предшествующее применение карбапенемов, высокая распространенность карбапенем-резистентных возбудителей в отделении и поездка в эндемичные регионы. Стратификация пациентов в зависимости от наличия факторов риска. Первый тип – это внебольничная инфекция у пациентов без факторов риска. Препараты цефалоспорина третьего поколения применяются с метронидазолом. Это ингибитор защищенный пенициллин и фторхинолоны с метронидазолом. Второй тип – это внебольничная инфекция у пациентов с фактором риска. Препараты здесь представлены. Третий А-тип – это ранняя нозокомиальная инфекция вне отделения реанимации интенсивной терапии. Также препараты указаны. Третий Б-тип – это поздняя нозокомиальная инфекция. Это более 7 дней в стационаре или более 3 дней, когда больной находится в отделении реанимации интенсивной терапии. Препараты, они здесь указаны, их достаточное количество и много групп. И следующий тип – это факторы риска инвазивного кандидоза. По режиму введения антибактериальных препаратов, она может быть как постоянная инфузия, может быть продленная инфузия и интермитирующее введение от 30 до 60 минут в зависимости от механизма действия и от времени действия препарата. Так, мы применяем в основном это цефалоспорины, мы ориентируемся на карбапенемы и на дыхательные фторхинолоны. А какая же тактика при неэффективности стартовой терапии в небольничной пневмонии, она может поменяться? Первое – это исключение синдрома сходных заболеваний. Необходимо провести дифференциальный диагноз с туберкулезом, с раком легких, с тромбоэмболией легочной артерии. Необходимо провести диагностику осложненного течения. И факторы риска, мы уже с вами говорили о том, что если у больного выявляется легионелла, то применяется левофлоксацин. Если у больного высеивается клебсиелла, то спектр антибактериальной терапии меняется на эртопинем, тигециклины. Если обнаруживается золотистый стафилококк, то группа препаратов – это цефтралина, линезолиды. Если имеется мультирезистентный стрептококк пневмонии, то мы назначаем цефтралин и респираторные фторхинолоны. Если имеется аспергиллез, то мы назначаем вариконазол. И в зависимости от других препаратов мы меняем антибактериальные препараты. При эмпирической антифунгинальной терапии необходимо поддерживаться рекомендациями
российским рекомендациям 2015 года. И помните о том, что если имеется лихорадка неясной этиологии продолжительностью более 6 суток и наличие более двух факторов риска кандидозной инфекции, то мы указываем препараты, которые необходимо применять с больным. И как альтернативный препарат это флуконазол. В основном при лечении внебольничной пневмонии в клинических рекомендациях в основном обращает большое внимание на антибактериальную терапию. В частности, и Александр Григорьевич Чучалин, и его коллеги в основном пишут о антибактериальных препаратах, которые за последние, напомню, 10 лет, они, как правило, не поменялись. А проблема кардиальных осложнений в внебольничной пневмонии все-таки требует мультидисциплинарного подхода. На настоящее время существует достаточно большое количество публикаций, в котором описываются кардиальные осложнения при внебольничной пневмонии. Описание нарушений гемодинамики при тяжелой внебольничной пневмонии в отечественной литературе встречается очень много. В частности, описаны 6 патологических механизмов нарушения гемодинамики, включая изменение кровотока в легочных венах, изменение тонуса венозных сосудов и увеличение бронхиального кровотока. Однако рекомендаций по лечению нет. В частности, в нашей работе мы выделили 9 типов нарушения гемодинамики на основании значения сердечного индекса. Наши рекомендации по лечению нарушения центральной гемодинамики, они классические, это назначение по показаниям дофамина или адреналина. Возможные по официальным рекомендациям лечения внебольничной пневмонии возможны проявления кардиальной патологии в виде тахикардии, артериальной гипотензии, сепсис системным воспалением, септический шок. И рекомендации по лечению – это назначение инфузионной терапии и симпатомиметиков. По определению, кардиальное осложнение внебольничной пневмонии – это все сердечные осложнения, возникающие во время заболевания внебольничной пневмонии, независимо от этиологии. К ним относятся обострение предшествующих заболеваний сердца, вновь возникшие заболевания сердца и осложнение тяжелой хронической недостаточности кровообращения. Также расстройство гемодинамики на фоне прогрессирующей дыхательной недостаточности. К патогенетическим механизмам сердечно-сосудистых осложнений при внебольничной пневмонии относятся. Первое – это изменение функции миокарда. Возможен инфекционный миокардит, ишемия, прямая депрессия, сократимость цитокинами и эндотоксинами, изменение постнагрузки или преднагрузки. Второй компонент, который развивается, это эндотелиальная дисфункция, нарушение регуляции сосудистого тонуса, который поддерживает системное воспаление, повышает концентрацию биологически активных веществ и другие компоненты. Третий – коронарная недостаточность, коронароспазм, дестабилизация атеросклеротических бляшек на фоне системного воспаления, на фоне гиперкоагуляции. И аритмия – это нарушение автономных сердечно-сосудистых рефлексов, электролитные нарушения и значение аритмогенных препаратов. И при изменении гемодинамики малого круга кровообращения, особенно при прогрессировании дыхательной недостаточности и потребности в ИВЛ, помните о том, что необходимо провести УЗИ сердца для исследования перегрузки правых отделов сердца и для определения степени легочной гипертензии. Мы уже с вами сказали о том, что тяжелая внебольничная пневмония, она приравнивается к сепсису. И по рекомендациям по лечению сепсиса и септического шока 2016 года, рекомендации по коррекции гемодинамики говорят о том, что на фоне адекватной объемной нагрузки необходимо назначать вазопрессор для поддержания среднего артериального давления более 65 мм ртутного столба и уровня лактата плазмы менее 2. Если это удается, то это у больного состояние расценивается как сепсис. Если не удается, то мы пишем, что у больного септический шок. Мы уже с вами сказали о том, как развивается острая дыхательная недостаточность. Как же развивается септический шок у больных? Микроорганизм также изменяет очаг инфекции, возникает, развивается системно-воспалительная реакция, и если имелась операция, то сепсис как операция, как одной из причин может быть
в частности, абдоминальный сепсис. Есть такое понятие сепсис после родов, после операции родоразрешения. То здесь именно очаг инфекции из прогрессирования системы воспалительной реакции также может быть как проявление какой-либо данной патологии. Следующее происходит выброс воспалительных биологически активных веществ. Здесь необходимо подумать о экстракорпоральных методах детоксикации. Следующее происходит кризис микроциркуляции, учитывая нарастание сепсиса. Это все приводит к снижению минутного объема сердца и идет увеличение выброса катехоламинов. Это все снижает общее периферическое сосудистое сопротивление. Возникает миокардиальная недостаточность. В результате этого развивается система множественных острых дисфункций. И если на каком-либо этапе провести целенаправленную интенсивную терапию, то риск развития СМОД он уменьшается, и риск развития благоприятного исхода, конечно же, он увеличивается. Нам рекомендуют использовать вазоактивные препараты. Первая рекомендация рекомендует норадреналин в качестве вазопрессора выбора. Рекомендация сильная. А второй пункт предлагает добавлять к норадреналину либо к вазопрессину, либо адреналин с целью повышения среднего артериального давления, либо добавлять вазопрессин. Третий пункт. Предлагают нам использовать допамин в качестве вазопрессорного агента вместо норадреналина только при тщательно отбираемых группах. Например, если у больных имеется низкий риск развития тахиаритмии и абсолютно при рецидивирующей брадикардии. Четвертый пункт. Не рекомендуется использовать низкие дозы допамина для нефропротекции. И пятый пункт. Предлагает использовать добутамин у больных со стойкой гипоперфузией, несмотря на адекватную инфузионную терапию, и использование вазопрессорных агентов. То есть мы говорим о том, что у больного имеется сепсис, имеется септический шок, и нам рекомендуют в качестве поддержки центральной гемодинамики норадреналин. Почему норадреналин? Он влияет на альфа и бета-адренорецепторы. Эффекты при сепсисе. Он является ионоконстриктором. И побочный эффект, однако, тоже есть. Это риск развития тахиаритмии, апоптозы кардиомиоцитов и ишемии конечностей. Неблагоприятные эффекты норадреналина на гемодинамику малого круга кровообращения. Первое – это выраженное сужение сосудов легких, повышается постнагрузка правого желудочка. Это недостаточный атропный эффект. Возможно снижение притока крови к левому желудочку за счет снижения и за счет нарушение пропускной способности легочных сосудов. Однако существуют благоприятные эффекты добутамина, синтетический бета-1 агонист, бета-2 эффектами на гемодинамику малого круга. Поддерживает выраженный натропный эффект и расширяет сосуды легких. То есть, соответственно, мы можем их комбинировать, то есть, собственно, нам это и рекомендуют. Как влияют катехоламины на воспаление? Адреналин, он оказывает выраженное противоаллергическое и противовоспалительное действие. Второе, катехоламины тормозит освобождение медиаторов аллергии и воспаление стучных клеток, понижая чувствительность ткани к этим веществам. Третье, катехоламины вызывают повышение числа лейкоцитов в крови, частично за счет выхода из депо и частично за счет перераспределения форменных элементов крови при спазме сосудов. Метаболические последствия тканевой ишемии при шоке. Мы имеем дело с анаэробным метаболизмом, в результате чего истощаются запасы гликогена и возникает лактоацидоз. Происходит изменение метаболизма в печени, первоначально обеспечивается доступ глюкозы, а затем возникает липолиз, кетоз и метаболический ацидоз. Если мы сравним норадреналин с адреналином, то у норадреналина нет выраженного гипергликемического эффекта, он не стимулирует липолиз и не оказывает общего катаболического эффекта. Говоря о кислородном обмене, который важен при дыхательной недостаточности, первое то, что адекватная подача кислорода и его потребление является главными целями для терапии септического шока для исключения гипоксии тканей. Второе, при применении норадреналина доставка кислорода и его потребление не изменяется значительно, но демонстрирует слабую тенденцию к росту. Третий момент, увеличение значимой доставки потребления и уменьшение уровня лактата может объясняться разрешением сплохнической ишемии с высоким потреблением лактата печени, то есть увеличивается значение
потребления кислорода. Четвертый пункт. При использовании норадреналина продемонстрировано увеличение сосудистого кровотока у пациентов с гипердинамическим септическим шоком. Повышение доставки кислорода на фоне применения норадреналина на 11% связано с возрастанием сердечного индекса, на 21% и индекс ударной работы левого желудочка. И шестой пункт говорит о том, что повышение потребления на 20% и утилизация кислорода на 25% связано с восстановлением сосудистого тонуса и оптимальной экстракцией кислорода тканями. Особенности диагностики и лечения правожелудочковой дисфункции на фоне легочной гипертензии. Первое – это важная роль мониторинга центрального венозного давления и ЭхоКГ с оценкой систолического давления легочной артерии, признаков перегрузки правого предсердия правого желудочка и наличия трикоспидальной регургитации. Снижение артериального давления при нормально высоком центральном венозном давлении – это показание к назначению не норадреналина, а добутамина. Норадреналин в небольших дозах только на фоне добутамина. Отказ от внутривенных вазодилататоров – это опасность снижения коронарного кровотока правого желудочка и усугубление гипоксемии. В отсутствие добутамина могут назначаться дофамин в указанной дозировке или адреналин. При этом назначение норадреналина следует резко ограничить или прекратить. По перспективам развития проблемы применяется это веновенозная экстракорпоральная мембранная оксигенация, является одним из направлений экстракорпоральной поддержки легких, основанной на замещении газообменной функции у пациентов с жизнью, угрожающей острой или хронической дыхательной недостаточности, сопровождаемой выраженной артериальной гипоксемией или гиперкапнией. Показания к экстракорпоральным методам оксигенация – это увеличение концентрации, насыщение, концентрации углекислого газа более 60-80 в артериальной крови. Это и индекс Горовицы. Третье – это фракция кислорода вдыхаемой смеси 100%, осложнение при проведении искусственной вентиляции легких. И пятый пункт – это отсутствие нарушения функциональной системы гемостаза. Критерии эффективности. Мы хотим повысить уровень парциального напряжения кислорода выше 90%, что позволит более значимо увеличить доставку кислорода, компенсировать кислородную задолженность, а также уменьшить напряженность проводимой искусственной вентиляции легких, снизив величину дыхательного объема, частоты дыхания и фракцию вдыхаемого кислорода. Экстракорпоральная мембранная оксигенация выглядит следующим образом, то есть у больного идет забор крови, который проходит через гепарин для улучшения реологии и профилактики тромбообразования, проходит через оксигенатор, где осуществляется собственный газообмен, далее через теплообменник, оксигенированная кровь, она возвращается пациенту. Но общая выживаемость составляет 81%. 15% больных имеет фатальное осложнение. Осложнений от данного вида лечения очень много, начиная от механических, это травма сосуда, заканчивая септическими осложнениями. По рекомендуемой литературе необходимо анестезиологу-реаниматологу, конечно же, знать и физиологию дыхания, это классическая литература, в частности, Демба, Комра, Геннадий Алексеевич Рябов, его бестселлер «Гипоксия критических состояний». Необходимо читать и под физиологию органов дыхания, клиническую фармакологию, книги по мониторингу дыхания и читать уже монографии по той или иной проблеме. Спасибо за внимание.